плюс к трубам канализации и коммуникации прибавим еще дренажную трубу и сделаем таким образом, то есть шильцем намечаем, где мы будем просверливать, и сверлышко вот берем вот с таким наконечником и досверливаемся. То же самое делаем, но уже со смещением. Вот так вот. Вот сюда. Все делаем на глаз без всяких карандашей. Принцип вам покажу. Далее до конца идем. И вот с этой стороны то же самое. Намечаемся. И также засверливаемся. Солнце хорошо пекет. С утра уже пекет. Вот так вот. Вот что у нас получилось. Вот так вот, если вы видите. А нижняя часть трубы, вот так вот, останется нетронутой. И дальше малярной сеткой запакуем. Итак, наши отверстия просверлены вот таким вот макаром. Теперь берем малярные сетки 2 на 2 миллиметра. Вот такую вот. Не знаю, будет видно или нет. Вот так вот. Сетка малярная. И распаковываем ее. Сколько нам необходимо.
и отрезаем. А глаз сделаем. Так. И теперь попробуем запаковать ее. Берем скотч также. Прихватываем с одной стороны. Не очень режется. Первый раз всегда не очень оно выйдет. Ну, центр бы еще прихватит. Так, и постараемся замотать это все дело. И прихватить сразу. И стараемся, чтобы дырки не закрыть. Есть. Таким образом у нас получилась труба. Вода такая штука, она все равно найдет себе выход и продолжение. Все, продолжаем дальше. Ставьте лайки, подписывайтесь. Вот будем.
Попробуем отсюда. Их! Мороза! Так. Как? Песок отсюда. Но немножко его попало. Вот так вот. Два под 45. Ёж ты! Произошло обрушение. Вот такое вот бывает. Бывают катастрофы, но ничего страшного. Итак, смонтировали трехтрубную систему, канализация, коммуникации и дренажная вот такая труба с просверленными отверстиями и монтажной сеткой закрыто все. Все попробовали, уклоны все работают. Вот так вот все выглядит. На этом все. Начинаем засыпать. Ставьте лайки, подписывайтесь, будет еще интереснее. Всем спасибо за внимание.